сельскую сессию. То есть мы делаем на них акцент, чтобы быстрее привести в форму себя, чтобы повысить выносливость, чтобы быстрее стать красивым. То есть несколько упражнений в одной тренировке на одну и ту же пропорцию. Стучим коленками в движение. На каждый шаг. Еще чуть-чуть. Больно, я знаю. Еще 10 секунд. Стучим коленками. Зажмите ягодицы. Зажмите ягодицы. Напрягите мышцы ягодицы. Больно, да? Хорошо, отдыхаем. Убираем вес. Поднимаемся. Садок для шеи. Значит, делаем упражнение в паузе, работаем.